можешь подчиниться воздуху. You surrender to a person. Ты подчиняешься личности. How do I surrender? Как я подчиняюсь? That's the simplest thing for me. Для меня это самое простое. And the hardest thing to talk about. И это самое трудное, чтобы это объяснить. A preacher asked me one day. Однажды проповедник спросил меня. Show me how to surrender. Покажи мне, как подчиниться. Lay hands on me and impart that. Возложи руки на меня и передай мне это. I said I can't impart that. Я ему говорю, я не могу это передать. I cannot teach you that. Я не могу тебя этому научить. When you came tonight. Когда ты пришел сегодня. Did you check the legs of the chair you sit on? Ты проверял ножки стула, на котором сидишь? No. Нет. Did you check the screws? Ты проверял шурупчики? To make sure they're in right? Чтобы увидеть, что они правильные? No. Нет. What did you do? Что ты сделал? You just simply. Ты просто. You just simply did this. Ты просто сделал так. And that's all I do. И это все, что я делаю. I simply surrender. Я просто подчиняюсь. I don't check it out. Я ничего не проверяю. I simply do this. Я просто делаю так. And he anoints me. I want you all to stand, please. Я хочу, чтобы все, кто сидит, встали сейчас. People are still coming. Люди продолжают приходить. All to Jesus I surrender. All to Him. Величайшее чудо – это спасение. What's happening this very moment, что происходит в тот самый момент? Is the greatest miracle. Это величайшее чудо. People are still coming. И люди продолжают приходить. I'm gonna wait. Я немножко подожду. Lift your hands to heaven. Поднимите свои руки к небесам. Repeat these words after me. И повторите эти слова за мной. Dear Lord Jesus. Дорогой Господь Иисус. I believe you are the Son of God. Я верю, что ты Сын Божий. And I believe you came to earth. И я верю, что ты пришел на землю. To die for me on a cross. Чтобы умереть за меня на кресте. And I believe you shed your precious blood for me. И я верю, что ты за меня пролил свою драгоценную кровь. And I believe you rose victoriously from the dead. И я верю, что ты воскрес победоносно из мертвых. And I believe you ascended on high. И я верю, что ты сейчас восседаешь на небесах. I come to you now. Я прихожу к тебе сейчас. Because I need you, Lord. Потому что я нуждаюсь в тебе, Господь. I am a sinner. Я грешник. Forgive my sins. Прости мне мои грехи. Cleanse me now with your precious blood. Очисти меня сейчас твоей драгоценной кровью. Come into my heart. Войди в мое сердце. Dear Jesus. Дорогой Иисус. Give me my life. Я отдаю тебе свою жизнь. I give you my life now. Я отдаю тебе свою жизнь сейчас.
I surrender to you now. Я подчиняюсь тебе сейчас. Live your life in me, Lord. Живи своей жизнью во мне. Give me the power to give the to live the Christian life. Дай мне силы жить христианской жизнью. And right now I proclaim. И прямо сейчас я провозглашаю. I belong to Jesus. Я принадлежу Иисусу. I no longer belong to Satan. Я больше не принадлежу сатане. I no longer belong to the world. Я больше не принадлежу миру. I no longer belong to myself. Я больше не принадлежу себе самому. I belong to Jesus. Я принадлежу Иисусу. God Almighty is my heavenly Father. Бог всемогущий теперь мой небесный отец. Jesus my Savior. Иисус мой спаситель. The Holy Spirit my Comforter. Дух Святой мой утешитель. And I am born again. И я теперь рожденный свыше. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise. Дайте Господу громкие аплодисменты. Lift your hands to heaven, Father. Поднимите руки сейчас к небесам, Отец. Make yourself so real to them now. Сделай себя сейчас настолько реальным для этих людей. Let them know by the witness of the Holy Spirit. Чтобы они свидетельством Святого Духа знали. They are your children. Что они твои дети. They've passed from death unto life. Что они перешли из смерти в жизнь. From darkness to light. Из тьмы в свет. In the mighty name of Jesus. Во имя могущественное Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Аминь. I want you to turn to somebody. Я хочу, чтобы вы сейчас повернулись к кому-то, and look in their eyes, посмотрели ему в глаза and simply tell him, и сказали ему, I've just given my life to Jesus я только Christ. Что отдал свою жизнь Иисусу Христу. With my soul, it is well. Я хочу, чтобы вы. I want you to give Jesus the biggest hand of praise you can. Я хочу, чтобы вы Господу воздали самые громкие аплодисменты, чем когда-либо. Please remain standing. Пожалуйста, оставайтесь на ногах. And all of you now. И все, кто здесь впереди. Go back to your seats. Возвращайтесь сейчас на свои места. Please go back to your seats. Пожалуйста. Бог да благословит вас. God bless you. When peace like a river attendeth my will, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. You can interpret the chorus for me. It is well. Все хорошо. It is well. Все хорошо. With my soul. С моей душой. It is well. Все хорошо. It is well. Все хорошо. With my soul. С моей душой. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say hallelujah. Кто-нибудь скажи hallelujah. Somebody say hallelujah. Кто-нибудь скажи hallelujah. Lift your hands and shout hallelujah. Подними руки и закричи hallelujah. Before you take your seats. Перед тем как вы сядете. Come on, hallelujah. Hallelujah. I just want to worship you.
the choir and these great singers a big God bless you. Боже, ми цьому хору і пісням сказати большое благословляємо вас. Amen. Амінь. And the people said, "Praise the Lord." І народ сказав: "Слава Господу." You know, if we dismiss the service now, it's been a great service already. Знаете, если мы сейчас закончим служение, оно уже было замечательное. They already got saved. Люди уже приняли спасение. Now get ready to be healed. Теперь приготовьтесь быть исцеленными. The Lord's going to heal your body. Господь будет исцелять твое тело. The power of God is about to flow mightily here. Сила Божья очень скоро будет сильно двигаться здесь. Somebody say, "I am ready, Lord." Кто-нибудь скажи: "Я готов, Господь." The power of God. Сила Божья. The anointing of the Holy Spirit. Помазание Святого Духа. It's about to flow mightily on you tonight. Оно будет сегодня очень сильно сходить на тебя. So receive it in Jesus' name. Amen. Поэтому принимай это во имя Иисуса. Аминь. How many were here last night? Кто был из вас вчера? Okay. How many were not here last night? А кого не было вчера? You were not here. Не было вчера. Wave at me. Помашите мне. Okay. Thank Хорошо. You. Хорошо. Спасибо. The anointing of God. Помазание Божье. I'm going to wait till you all get back to your seats now. Я подожду, когда все рассядутся. Make sure you, oh, I see they're still giving. Oh, goodness. Я вижу, gracious. Здесь люди продолжают еще жертвовать. They're still giving there in, with a credit card. Еще продолжают okay. жертвовать своими кредитными карточками. You can finish at the end if you don't mind. Вы можете в конце, если thank вам не трудно, you. После thank служения you, закончить you. Это. The anointing of God. Помазание Божье. Is rivers. Это реки. The Lord said, "Out of your innermost being will flow rivers of living water." Господь сказал, из твоего чрева потекут реки воды живой. I believe there are three main rivers. Я верю, что the anointing. Рек помазания основных три. 1 John 2:27. 1 Иоанна 2:27. Acts 1:8. Деяния 1:8. Isaiah 10:27. Исаии 10:27. The Bible clearly states, first of all, God anoints our spirit man. Библия очень ясно говорит, что Бог прежде всего помазывает нашего духовного человека. Он помазывает нашу жизнь. Я называю это личное помазание. И потом, когда ты продолжаешь жить верно с Богом, Бог помазывает нашу должность, наше служение. For service. Помазывает нас для того, чтобы мы служили. He anoints us for ministry. Помазывает нас для служения. And finally, he will anoint us. И последнее, Бог помазывает нас for dominion over nations. Для господства над народами. And the reason I say there's three rivers, и причина, почему я говорю, что есть три реки, because I see that repeated in the Bible. Потому что я вижу, как это постоянно в Библии повторяется. David anointed three times. Давид был помазан три раза. The apostles anointed three times. Апостолы были помазаны три раза. Elisha anointed three times. Илия был помазан, Елисей был помазан and три much раза. More like this in the Bible. И много подобных примеров в Библии. But when you look at 1 John 2:27, но когда ты смотришь, читаешь 1 Иоанна 2:27, that anointing affects only your personal life. Что это помазание влияет только на твою личную, на твою духовную жизнь. Помазание, которое мы приняли от Него, в нас пребывает. And that anointing brings teaching, brings revelation. И потом это помазание приносит нам учение, приносит откровение. Protects us from deception. Защищает нас от обольщения. For the Bible says there's no lie in it. Потому что Библия говорит, что оно не ложно, в нем нет лжи. Then there is the anointing for our office. И потом есть помазание для нашего дела, которое мы делаем, для служения. That we might be witnesses. Свидетелями которого мы должны быть. One is for manifestations of the Lord. Первое – для проявления Господа. The second is for demonstrations of the Lord. Второе – для демонстрации, для подтверждения Господа. And I covered a lot of this already last night. И я вчера вечером очень много из этого уже рассказал. So if you were not here, make sure to get the tape, please. Поэтому, если кто-то вчера не был, пожалуйста, обязательно купите запись. I also talked about how when the anointing touches your heart. Также я говорил о том, что когда помазание касается твоего сердца, when
anointing touches your spirit man, когда помазание касается твоего духовного человека, when you become one with the Lord, когда ты становишься одно с Господом, at salvation we become one with the Lord, когда мы принимаем спасение, мы становимся едиными с Господом. 1 Corinthians 6:17, he who is joined to the Lord is one spirit. Соединяющийся с Господом есть одно с Господом. So when we become one with the Lord, когда мы становимся одним с Господом, the results are hunger, результат это духовный голод, faith, это вера, and love, и это любовь. And when our faith and when our hunger, I should say, faith and love deepens, и когда наш голод, наша вера и любовь углубляются, it ignites the anointing in us, это зажигает в нас помазание. And now it ignites the word. И сейчас оно зажигает нас слово. We get deep in the word. Тогда мы погружаемся в Божье слово. We discover Jesus in the scriptures. Тогда мы в Писании открываем для себя Иисуса. And when we discover the Lord in the scriptures, it ignites tremendous power in us. И когда мы это делаем, мы находим в Писании Иисуса, тогда это зажигает нас огромную веру. And that ignites fellowship with the Lord. И потом это зажигает нас общение с Господом. And that ignites worship. И это зажигает нас поклонение. I call these the three engines of the anointing. Я говорю, называю это три двигателя помазания. Три двигателя христианской жизни. The scriptures, Писание, fellowship, общение, worship, поклонение. And when these ignite, и когда это все загорелось, we begin to come into fullness. Тогда мы начинаем входить в полноту. We come into depth. Тогда мы идем в глубину. And suddenly the glory of God manifests. И внезапно слава Божья проявляется. And the glory of God is a person. И слава Божья это личность. The person of Jesus is the glory. Личность Иисуса Христа это слава. And when he manifests, и когда он является нам, he flows out. Тогда он вытекает. Into the soulish realm. И это он вытекает в душевную сферу. My soul is what I think. Моя душа это то, что я думаю. It's what I feel and want. Это то, что я чувствую, чего я хочу. My soul is my intellect, my will, my emotions. Моя душа это мой интеллект, моя воля и эмоции. And now because of the glory that's flowing out. И сейчас благодаря этой славе, которая истекает. Now that glory affects my intellect. Эта слава влияет на мой интеллект. That glory affects my will, my decision making. Эта слава влияет на мою волю, на принятие моего решения. The glory of God affects my emotions. Эта слава Божья влияет на мои эмоции. That's what the Bible means by work out your salvation. Именно об этом Библия говорит, когда говорит осуществляйте свое спасение. Like my spirit was saved. Так как мой дух был спасен. At the moment of salvation, my spirit man was saved. В момент моего спасения мой духовный человек был спасен. But my soul is being saved continually. Но моя душа продолжает быть спасенной постоянно. My physical body will be saved on resurrection morning. И мое духовное тело будет спасено в утро воскресения. So when these ignitions, I call them, begin. И поэтому, когда я, как я говорю, начинается это воспламенение. When the riches of the scriptures become reality. Когда богатство Писания становится для меня реальностью, when I discover the riches of Christ Jesus in Scripture, когда богатство Иисуса Христа я открываю для себя в Писании, it ignites fellowship with the Lord, это зажигает общение с Господом on a very high level, на очень высоком уровне, and that fellowship on a high level, и это общение на высоком уровне, ignites worship on a high level, оно зажигает поклонение на высоком уровне, at those moments it flows, и в те моменты оно течет. Flows into my intellect, flows into my will, flows оно into my emotions. Оно течет в мой интеллект, в мою волю, в мои эмоции. And my soul now is captured by it. И сейчас моя душа захвачена этим. It begins to affect me deeply. Это очень сильно начинает влиять People на меня. Begin to see the change in my behavior. Люди начинают видеть перемены в моем поведении. People begin to see the change in my actions. Люди начинают видеть изменения в моих emotions. В моих эмоциях. They look and say something has happened to him. Они смотрят на меня и говорят, что-то с ним произошло. Because my soul is the personality of my spirit. Потому что моя душа это личные характеристики моего духа. He is the expression of who I am.
am. Это выражение, это проявление того, кто я есть. Without a soul, I cannot express myself. Без души я не могу себя проявить. So my soul is my personality. Поэтому моя душа — это моя личность. And that anointing begins to affect my personality. И тогда помазание начинает влиять на мою личность. The way I talk, the way I respond, the на way то, I think. На то, как я говорю, как я реагирую, как я мыслю. To take hold of my emotions. Это начинает захватывать мои эмоции. And now God begins to anoint my office. И сейчас Бог начинает помазывать мое дело, and то, что я делаю. And the anointing on my office. И помазание на моем деле, на моем служении. Not in my office. Не в нем. On my office. Но на нем, на моем служении. The anointing in my heart. Помазание в моем сердце. Is in my heart. Оно в моем сердце. It's personal. Оно личное. I cannot impart it. Я не могу передать его. But the anointing on my office. Но помазание на моем служении. It's not in me. Оно не во мне. It's on me. Оно на мне. And that anointing on me. И это помазание на мне. Comes for a reason. Оно приходит с определенной целью. Comes for a season. Оно приходит в определенное время. It comes when I minister. Оно приходит тогда, когда я служу. And when I minister. И когда я служу. I enter into different measures of it. Тогда я вхожу в различные измерения, в различные меры этого помазания. I go from one level to another level, even while I'm ministering. Даже когда я служу, я перехожу от разного уровня к другому уровню этого. So it comes upon me as I begin ministering, as I'm doing now. Когда я начинаю служить, так как я делаю это сейчас, оно сходит на меня. When I'm done ministering, it lifts. Когда я заканчиваю служить, оно уходит. Now when that anointing came the first time on my life. И когда это помазание впервые сошло на меня в моей жизни. It came after my salvation. Это было после моего спасения. It triggered the gifts of the Spirit. Оно задействовало дары Святого Духа. Because all the gifts of the Spirit and the office gifts operate under the flow of Acts 1:8. Потому что все эти дары и все это помазание для служения, оно действует на основании книги Деяний 1:8. That's where the gifts operate. Вот так действуют дары. Even the office gifts. И даже дары для служения. The apostle. Апостол. That's the gift. Это дар. Prophet. Пророк. That's a gift. Это дар. Evangelist. Евангелист. That's a gift. Это дар. The pastor. Пастор. It's a gift. Это дар. The teacher. Учитель. It's a gift. Это дар. All the gifts of the offices. Все эти дары служения. For the perfecting of the saints. Они для совершения святых. Operate under the anointing of Acts 1:8. Чтобы действовать на основании Деяний 1:8. All the gifts of the Spirit. Все дары духа. Word of wisdom, word of knowledge. Слово мудрости, слово знания. Healing, miracles. Исцеление, чудеса. Operate under 1:8. Они действуют все согласно Деяниям 1:8. Деяниям 1:8. We cannot impart the Lord. Мы не можем передавать Господа. We impart the power of the Lord. Мы передаем силу Господа. The power of the Lord is on the office. Сила Господа, она на служении. I cannot impart God. Я не могу передать Бога. I cannot lay hands and say, be saved. Я не могу возложить руки и сказать, будь спасен. Because salvation is a person. Потому что спасение — это личность. I'm gonna understand what I said so far. Кто из вас понял все, что я до этого сказал? I cannot lay my hands. Я не могу возложить руки. And say, receive God. И сказать, прими Бога. You cannot impart the person of God. Ты не можешь передать личность Бога. You cannot impart the person of Jesus. Ты не можешь передать личность Иисуса. Nor can you impart the person of the Holy Spirit. Ты не можешь передать личность Святого Духа. We impart the gift. Мы передаем дары. The gift is the power. Дар — это сила. So all the gifts of the Spirit, и поэтому все дары духа, including the office gifts, включая дары служения, are imparted by the laying on of hands. Они передаются через возложение рук. Literally, I can lay hands on anyone. Буквально, я могу возложить руки на любого человека. And ordain them. И помазать его as an apostle, как апостола. And they can function in that office. И он может функционировать в этой должности. I can lay hands on Leo, я могу возложить руки на льва and impart и передать the prophetic, пророческий дар. And the gift will flow. И этот дар будет действовать. I can literally impart evangelism on you. Я могу передать тебе дар евангелиста. I can impart the gift of a pastor. Я могу дать тебе дар пастора. Any gift, любой дар through the laying on of через hands. Возложение рук. I cannot impart the person of God. Я не могу передать личность Бога. But I can impart the gift that he releases. Но я могу передать дар, и он будет высвобожден. So the anointing in me is for manifestation, and the anointing on me is for demonstration. Поэтому помазание во мне для проявления, а помазание на мне для демонстрации, для подтверждения.
There's a big difference between health and healing. Есть большая разница между здоровьем и исцелением. I cannot impart health. Я не могу передать здоровье. Because health is a person. Потому что здоровье это личность. I can impart healing. Я могу передать исцеление. Healing is the gift of healing. Исцеление это дар исцеления. The Bible says the gifts of healing. Библия говорит так, дар исцеления. So I cannot say receive health. Поэтому я не могу сказать прими здоровье. Health is a person. Здоровье это личность. Health is Jesus himself. Здоровье это сам Иисус. Only he can impart Только health. Он может передавать здоровье. But I can impart healing. Но я могу передать исцеление. And miracles and wisdom and discernment. И чудеса, и мудрость, и развлечение. Now we have to understand something about this anointing that's on my office. Мы должны понимать что-то, что касается помазания на моем служении. Or on the office of Pastor Henry, or on the office of this dear man from Pakistan. Например, служение... Дары служения пастора Генри, дары yeah. служения этого брата из Пакистана. Anyone who's anointed, любой человек помазанный, begins first with 1 Samuel 16 anointing. Начинает с первой книги Царств, с помазания первой книги Царств 1:16. God anoints him first, когда Бог прежде всего помазывает его, with a time limit. На какое-то время. Very important. Очень важно. Because God does not give us the anointing for service complete. Потому что Бог не дает нам дар для служения. He gives it partially. На полностью. Он дает He его gives частично. It in measures. Он дает его мерами. The anointing in my spirit. Помазание в моем духе. Comes fully. Оно приходит полностью. The anointing on my office. Помазание на моем служении. Comes partially. Приходит частями. I cannot impart the anointing in me. Я не могу передать помазание во мне. But I can impart the one on me. Я могу передать то, которое на мне. The one in me. То, которое во мне. Does not increase. Оно не увеличивает. Or decrease. Не уменьшает. It comes in fullness. Оно пришло в полноте. But the one on me, но то, которое на мне, increases, оно увеличивается, decreases, уменьшается, depending on atmosphere, в зависимости от атмосферы, depending on who challenges me or does not challenge me, в зависимости от того, кто бросает мне вызов или не делает. You have to understand that this anointing for office, вы должны понимать, что это помазание для служения, is even dependent on the elements around me. Оно даже зависит на состоянии среды вокруг меня. If the sound doesn't work well, если звук не очень хороший, if the music doesn't work well, если музыка звучит не совсем, it affects it. Это влияет it на это помазание, it. Ослабляет его. If somebody walks and distracts me, если кто-то заходит и отвлекает меня, it weakens it. Оно его ослабляет. That's why Jesus said вот to почему Иисус сказал, his disciples, he said, I He released the anointing. Он высвободил помазание. And then he said, "On the way, don't say hello." И он ученикам сказал: по дороге не говорите, не приветствуйте никого. Salute no man. Не приветствуйте никого. Don't talk to anybody. Не говорите ни с кем. Why? Почему? Because had they spoken. Потому что когда они говорили, it would have weakened the anointing on them. Это бы ослабляло помазание на них. You've got to be very careful. И поэтому ты должен быть очень аккуратным. You don't lose the power. Чтобы ты не терял эту силу. It's not possible to lose the power in you. Невозможно потерять силу, которая в тебе. Unless the Lord walks away from you. Если только Господь не уйдет от тебя. But you can lose the power on your office. Но ты можешь потерять силу на твоем служении. Remember that woman with the issue of blood touched the hem of the Lord's garment. Помните, что женщина, страдающая кровотечением, прикоснулась к краю одежды Иисуса. Power left him. И сила вышла из него. And I can assure you, he wasn't happy about that. И я могу вам гарантировать, что его это совсем не обрадовало. That's why that woman came fearing and trembling. Вот почему эта женщина потом подошла к нему в страхе и трепете. Jesus did not say who touched me. Иисус не сказал, кто прикоснулся ко мне. Quietly. Он не сказал это тихо. Who touched me? Кто прикоснулся ко мне? He was angry. Он разозлился. That's why she came fearing and trembling. Вот почему она с такой боязнью Because подошла she saw к нему. He was upset. Потому что она видела, что это его расстроило. But why was he upset? А почему это его Because расстроило? Of the loss of power. Потому что он потерял силу. He was distracted by touch. Потому что это прикосновение, оно его But отвлекло. Then when she told him what happened, и когда она ему рассказала, что произошло, he loved her and said, "Thy faith has made thee whole." Он ему это понравилось, он сказал, вера твоя исцелила тебя. You have to understand that that anointing is transferred. Но понимаете, что помазание было передано от него It's к ней. Transferred through the hands. Через руки. It's transferred through the clothes. Оно передается через руки, через одежду. It's transferred through a piece of wood. Через кусок дерева. It's transferred through a handkerchief. Через платок. Even through a shadow. Даже через тень. It can be transferred to dead bones. Это помазание могло может передаваться через мертвые кости, как у Елисея. But when it began, но когда это началось, it began on a low level. Начинается это все на небольшом уровне, на and низком it came, уровне. And it came through the church. И это пришло через церковь.
Because the Bible says David was anointed among his brethren. Потому что Библия говорит, что Давид был помазан среди братьев. Nobody is anointed without the affirmation of the church. Никто не помазан без подтверждения церкви. The first anointing. Первое помазание. Needs the Lord's affirmation. Нуждается в подтверждении от Господа. But the office's anointing. Но помазание для служения. Must have the church's affirmation. Должно иметь подтверждение церкви. The Bible makes it clear he was anointed among his brethren. Библия говорит об этом ясно, потому что сказано, что он был среди своих братьев. Now, on the day of Pentecost, в день Пятидесятницы, they received that first anointing. Они приняли это первое помазание. They were in one accord. Они были все единодушно вместе. Even in the book of Acts, we see three anointings. Даже в книге Деяний мы видим эти три помазания. Acts 2. Деяние 2 глава. Acts 4. Деяние 4 глава. Acts 10. Деяние 10 глава. In Acts 2. Во второй главе they were anointed for service они были помазаны для служения when they came together. Когда они пришли все вместе. In Acts 4, в Деянии 4 главе they were anointed again они были помазаны снова for greater power. Для большей силы. In Acts 10, в Деянии 10 главе they were anointed to bring the gospel to the Gentiles. Они были помазаны для того, чтобы нести Евангелие язычникам. The first anointing is limited. Первое помазание ограничено. In David's life, в жизни Давида 7 лет. Second anointing, второе помазание 7 years. 7 лет. Third anointing, третье помазание forever. До конца жизни. There is no level with the third anointing. Нет ограничений третьему помазанию. Even with the apostles. Даже у апостолов. First anointing, первое помазание a season. На какое-то время. Second anointing, второе помазание a season. На какое-то время. Third anointing, третье помазание forever. Навсегда. It's still going on. Оно еще продолжается. We don't know how long the first anointing lasted in the book. In the book of Acts. Мы не знаем по книге Деяний, сколько действовало первое помазание. We don't know how long it was from Acts 2 to Acts 4. Мы не знаем, сколько времени прошло со второй главы до четвертой. We don't know how long it was from Acts 4 to Acts chapter 10. Мы не знаем, сколько времени прошло с четвертой главы до десятой. But we do know that it was a season. Но мы знаем, что это было какое-то определенное время. They were anointed first in Acts 2. Сначала были помазаны во второй then главе. Acts 4, потом в четвертой главе. Then Acts 10. Потом в десятой главе. In Acts 2. Во второй главе. The Bible says the people were saved. Библия говорит, люди были спасены. People were healed. Люди получали исцеление. After Acts 4, после четвертой главы, the shadow of Peter healed the sick. Тень Петра исцеляла больных. But after Acts 10, но после десятой главы the Деяния, world heard the gospel. Весь мир услышал Евангелие. And the world was shaken by the power of God. Сила Божья потрясла весь мир. We are about to see the third level hit the world. Мы увидим скоро, как третий уровень коснется этого мира. Hallelujah. Hallelujah. I'm ready for it. Я готов к этому. I've tasted it. Я это попробовал. I've seen it in the life of Catherine Kuhlman and Oral Roberts and others. Я видел это в жизни Кэтрин Кульман, Орала Робертса и других людей. The third level is mighty. Третий уровень, он сильный. This is when the dead are raised. Это когда мертвые будут воскресать. This is when nations are transformed. Это когда народы будут преобразованы. And this is what releases the third river. И вот что высвобождает эту третью реку. The river of judgment. Реку суда. Because Isaiah chapter 10. Потому что книга Деяний 10 verse глава. Verse 27. 27 стих. Deals with judgment. Говорит о суде. God judged the Assyrians. Бог судил ассирийцев. He broke the yoke of the Assyrians off Israel. Он сломил бремя ассирийцев над Израилем. When Moses went into Egypt. Когда Моисей пошел в Египет. The anointing of God destroyed that whole country. Помазание Божье разрушило всю страну. Which anointing was it? Какое помазание это было? Well, surely it wasn't the one for spiritual life and blessing. Конечно, это не было первое для духовной жизни и благословения. Surely it wasn't for ministry and healing Конечно, and deliverance. Конечно, это не было для служения, исцеления, освобождения. It was for destruction and judgment over nations. Оно было для суда и разрушения для that народа. That anointing destroyed Babylon. Помазание разрушило Вавилон. That anointing came against nations like the Amalekites. Это помазание выступало против народов, таких как амаликитяне. It is that anointing that came upon Paul the apostle. Это то помазание, которое сошло на апостола Павла. With such power. В такой силе. Upon Peter. На Петра. With such power. В такой силе. What do you think brought death to Ananias and Sapphira? Как вы думаете, из-за чего умерли Анания и Сапфира? Это было помазание суда. Мы еще не видели действия этого помазания на земле. Мы видели части его, какие-то определенные меры его. Первый раз, когда они были помазаны, мир смеялся над ними.
Люди говорили, они пьяные. The second time they were anointed, второй раз, когда они были помазаны, they threw them in prison. Их бросили в тюрьму. But the third time they were anointed, но третий раз, когда они были помазаны, the world feared the church. Тогда мир начал бояться церкви. It's time they fear the church. Настало время бояться церкви. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see power like we've never seen before. Мы увидим такую силу, как никогда раньше. That's in the Bible. Это в Библии. But very few can handle that third dimension of the anointing. Но очень немногие способны справиться с этим третьим измерением помазания. Like I said, it begins with the affirmation of the church. Как я уже сказал, это все начинается с одобрения церкви. David anointed in the midst of his brethren. Давид был помазан среди своих братьев. In the book of Acts, they laid hands on people. В книге Деяний на них возлагали руки. The Holy Spirit first came upon them with fire. И это сначала сходило на них как огонь. Imparting that power in their life upon their office. Наделяя их силой для этого служения. But in Acts chapter 10, но в 10 главе Деяний it shook the nations. Это потрясло народы. And that anointing is about to do the same thing again in this lifetime. И это помазание еще за время нашей жизни снова сделает. Somebody say hallelujah. Кто-нибудь скажи аллилуйя. But that anointing must be siphoned. Но это помазание. Now let me say something to you. Must be. That anointing is dependent. Это помазание зависит on atmosphere. От атмосферы. You cannot release the anointing for ministry without the right conditions. Ты не можешь высвободить помазание для служения. Like I said earlier, без правильных условий. Everything affects it. Как я уже говорил, все sound, на него влияет. Light, звук, свет, people around you, люди рядом с тобой, distraction, отвлечения, разные отвлекающие факторы. It all can limit it. Это все может его ограничить. I was in a service in Pittsburgh, Pennsylvania many years ago. Я очень много лет назад был на одном служении в Пенсильвании. I was with the great giants of the faith in those days. Это было время великих гигантов веры. David Duplessis was preaching. Дэвид Дуплесси проповедовал. Some of the great fathers of the church. Великие отцы церкви. Came together. Они тогда были вместе. I was 20 years old. Мне 20 лет тогда было. And I was with them. И я был с ними. I was invited to travel with them. Меня пригласили путешествовать с ними. And I felt so bad for David Duplessis. И я чувствовал так плохо себя, так переживал за Дэвида Дуплессиса. He was in a big auditorium. Потому что он был в большой аудитории. With 200 people sitting there. 200 человек сидит. The atmosphere was rough. Атмосфера такая заряженная. So I left my seat on the platform. Я оставил свое место на сцене. I went up to the sound booth. Я пошел туда к звукооператорам. I said to the guy that controlled the lights, I said, "Where are the switches?" Я этому парню, который светом занимался, he said, "Right there." Где выключатели? I said, "You got a spotlight somewhere?" Я говорю, у вас прожектор где-то есть? He said, "Right there." Он говорит, вот там. I said, "Turn that spotlight on that man." Я говорю, прожектор включи, направь его на него. Turn the spotlight just on David Duplessis. Включи прожектор только на Дэвида Дуплесси. And shut all the lights. И выключи весь остальной свет. And he did. И он это сделал. It saved that service. И это спасло то служение. Because suddenly it brought intimacy. Потому что это внезапно принесло it brought focus. Интимность, такой фокус. Focus is powerful. Фокус — это сила. You can't minister without focus. Без фокуса ты не можешь служить. That's why the apostle said, "Look on us." Вот почему апостолы говорили: «Посмотри на нас». Focus. Focus. Miracles will not happen without focus. Без фокуса чудеса не происходят. Nothing becomes dynamic in the Holy Ghost till it becomes specific in the Holy Ghost. Пока это не станет конкретным в Духе Святом, это не будет целенаправленным в Духе Святом. I gotta say it again. Я должен снова сказать. Nothing becomes dynamic when it comes. Не становится динамичным. Nothing becomes dynamic when it comes to the power of God till it becomes specific. Что касается силы Божьей, оно не станет динамичным, пока оно не станет конкретным. You can't minister the power of God with confusion. Ты не можешь служить в силе Божьей, если есть разные отвлечения. You cannot minister the power of God with chaos. Если хаос вокруг, ты не можешь служить в силе Божьей. So Peter and John said, "Look on us." Петр с Иоанном сказали: "Посмотри на нас." Фокус. So when that spotlight came on David, и поэтому когда этот прожектор был направлен the anointing hit him. То помазание сошло на него. He said to me afterwards. После служения он мне сказал. He said, "Were you the one who went up there?" Он говорил, это ты пошел туда. I said, "Yes." Я говорю, да. He said, "How did you know?" Он говорит, откуда ты знал? I said, "I saw you struggling." И я сказал, я видел, что тебе трудно. He said, "Benny, you saved my service." Он говорит, Бенни, ты спас мое служение.
How did I learn that? Как я этому научился? I don't know. Я не знаю. I just knew it's the right thing я to do. Я просто знал, что это правильная вещь, которую нужно Maybe сделать. Maybe it's that theatrical part of me. I don't know. Какой-то частью себя. Я не знаю. Я это знал. But I learned something from the Bible. Но я из Библии чему-то научился. And I've learned it over and over in lifetime. И я всю свою жизнь этому учился. Atmosphere. You have to create an atmosphere for God to work through. Создать атмосферу, в которой Бог будет. You have to create an atmosphere for God to move into. Ты должен создать атмосферу, в которую Бог зайдет. He said to Moses, "Build me a habitation wherein I may dwell, wherein I may work, wherein I may minister to my people." Бог говорит: Моисей, построй мне обиталище, где я буду пребывать, где я буду что-то творить, где я буду действовать. И делать что-то для своего народа. I like coming to the Ukraine, мне нравится приезжать в Украину. Because you understand atmosphere. Потому что вы понимаете атмосферу. Look at the way they're dressed. Посмотрите на то, как они одеты. Same color. Один и тот же цвет. Atmosphere. Атмосфера. You're not all looking different вы to confuse people. Не по-разному одеты, не в пестрое, чтобы людей с толку сбивать. You sing beautiful. Вы поете красиво. Has a lot to do with it. Это имеет огромное влияние на всех. Я был в Оклахома-Сити. Preaching for a man named Dan Schaefer. Проповедовал для человека по имени Дэн Шейфер. 6,000 seats in front of me. 6,000 человек передо мной. Big choir behind me. Большой хор у меня за спиной. And a curtain that split the congregation from the platform. И есть такая завеса, которая разделяет. There was a beautiful velvety curtain. Отделяет сцену от аудитории. Between the platform. Прекрасная завеса между сценой и аудиторией. I came on the platform я поднялся на сцену with pastor. С пастором. I sat on my chair. Я сел на свое место. Nobody saw us. Никто нас не видел. Nobody knew we were there. Никто не знал, что мы там. When suddenly, и внезапно the orchestra behind me оркестр за моей спиной gave a crescendo sound. Они сделали такой крещендо звук. There was a big piano, there was a big organ. Там был большой рояль, большой орган. There was trumpets, there was violins, there was trombones. Там были трубы, тромбоны, скрипки. They all made a mighty sound. Все сделали такой мощный звук. The organ was crescendo. Oh my, I'll never forget that. Орган играл крещендо, я никогда этого не забуду. And the choir stood up behind me. И хор за мной встал. 400-500 people in the choir. 400-500 человек в хоре. And they didn't sing; they just made a sound. И они не пели, они просто звук сделали. All they sang is awe, just awe. That's all. Все, что они пели awe. Just a melody. Просто мелодию. When suddenly, когда внезапно, I see the curtain lift up. Я увидел, как этот занавес поднялся. The sound almost pushed me out of my seat. И меня звук как будто бы сдул с моего места. The crowd stood up and cheered. И весь зал поднялся и поприветствовал. I thought, dear God, возликовал. Jesus is coming. Я говорю, Боже, вот это да. I was so shaken. I thought it's the second coming. Я думал, все, второе пришествие, Иисус пришел. When the trumpets blew, когда трубы зазвучали, when the organ and piano played, когда орган и клавиши заиграли, when the choir sang, когда хор запел, all at the same time, одновременно I все thought, это, Jesus is coming. Я думал, Иисус приходит. The people began to cheer. И народ начал восклицать. I said to Pastor Dan after the service. После служения пастору Дэну говорю. I said, "What happened?" Я говорю, что это было? Why did you start like that? Зачем так начинать? He said, "Benny, learn a lesson." Он говорит, Бенни, усвой урок. Never forget this as long as you live. Как долго ты живешь, помни это. And I haven't. И я не забыл. He said, "When you start a service." Он говорит, когда ты начинаешь служение. Always begin high. Всегда начинай высоко. If you begin high. Если ты высоко начнешь. You can go anywhere you want to go. Ты можешь спуститься и дальше идти в любое место, куда захочешь. If you begin low. Если ты начнешь внизу. You're stuck there the whole service. То ты там застрянешь на все служение. I learned that lesson. Я научился этому уроку. That's why when we began church in Orlando, we always began with a bang. Вот почему, когда мы в церковь в Орландо начинаем, мы начинаем так круто. We went from 0 to 10,000 in 3 years. Мы за три года от нуля до 10,000 человек. Because all our services had atmosphere. Потому что на каждом нашем служении была атмосфера. God believes in the big bang, and I believe in Бог the big bang. Бог верит в громкий звук, и я верю в громкий звук. You start with a big bang. Начинай громко. And the Holy Ghost will show up. И тогда Дух Святой придет. Somebody say hallelujah. Кто-нибудь скажи hallelujah.
You cannot go to a church. Ты не можешь пойти в церковь. Where the pastor comes on the platform. Где пастор поднимается на сцену. And he is miserable. И он такое ничтожество. He is negative. Он негативный. He just had a fight with his wife. Он просто только что поругался с женой. And he brings you down to his miserable level. И он приводит тебя, опускает тебя на уровень своего ничтожества. No, you can't survive that. Нет, ты не выживешь в таком месте. Go to a church with excitement. Иди в церковь, где восторг. There's shouting and joy. Где крики радости. There's power and excitement in the Holy Ghost. Есть сила и восторг Святого Духа. It will lift your faith to the heavens. Это поднимет твою веру на небеса. And the anointing will descend. И помазание сойдет. Somebody say hallelujah. Кто-нибудь скажи hallelujah. But something else that affects the anointing. Есть что-то еще, что влияет на помазание. Who sits on the front row? Это те, кто сидит на первом ряду. You people that sit on the front row. Вы те, кто сидит на первом ряду. You can make the service or break the service. Вы можете либо сделать служение, либо поломать служение. You can kill it. Вы можете либо убить его, or you can resurrect it. Либо воскресить его. I never let anyone on the front row. Я никогда не позволяю сидеть на первом ряду. Come here, brother. I never let anybody on the front row. Я никогда не пускаю на первый ряд никого. That does not worship. Кто не поклоняется. If they sit like that. Если они просто сидят вот так. Get them out of there. Выгоняй их оттуда. If they challenge you, если они постоянно бросают тебе вызов, выгони их. You keep them there, оставишь их там. If they worship, оставляй их там, если они поклоняются. If they love Jesus, если они любят Иисуса, keep them there, оставляй их там. Because they can siphon the anointing. Потому что они могут высосать помазание. Or block the anointing. Или блокировать помазание. People don't realize that the anointing must be siphoned. Люди не понимают, что помазание можно высосать. It has to be pulled out. Его нужно вытянуть. You don't pull out 1 John 2. Ты не вытягиваешь первое и оно. You can't pull out the anointing out of the spirit of man. Ты не можешь вытянуть помазание из духа человека. Pull it out of the office. Ты можешь вытянуть его из служения. Somebody say hallelujah. Кто-нибудь скажи hallelujah. Challenge is a killer. Вызов, когда тебе бросают вызов, это убийца. That's why Jesus threw them all out in the house of Jairus. Вот почему Иисус выгнал всех их дома из дома Иаира. When he came into the house of Jairus, когда он пришел в дом Иаира, they mocked him. Они смеялись над ним. Oh, they said, come on, she's not sleeping, she's dead. Они говорили, да что, разве она спит, она мертва. When the Lord said she's sleeping, they all mocked him. Господь сказал, она спит, они все над ним смеялись. And what did the Lord do? И что Господь сделал? He kicked them all out of that house. Он всех выгнал из дома. Miracles cannot happen with negative people around you. Чудеса не могут происходить, когда около тебя негативные люди. Miracles cannot happen with negative people around you. Чудеса не могут произойти, когда рядом с тобой негативные люди. And they cannot happen with the religious people around you. Чудеса не могут произойти, когда рядом с тобой религиозные люди. If they're religious, если они религиозные, they block the anointing. Они блокируют помазание. This is legalistic. Это легализм. They are judgmental. Они судят тебя. Get them out of there. Выгоняй их оттуда. You know what I do? Знаете, что я делаю? During worship, во время поклонения, I come down myself. Я сам спускаюсь. When nobody's even paying attention. Когда даже никто внимания на меня не обращает. I look at that person staring at me. Я смотрю на человека, который на меня уставился. I say, come here. Я говорю, иди сюда. I grab him. Я его беру. I say, you sit way over there. Я ему говорю, сядь вон там. Where вон I там, don't have to look at them. Чтобы я не должен был смотреть на него. Then I look for somebody who's alive. Потом ищу кого-то живого. And I give them that seat. И я даю это место ему. You preachers, you need to know. You Вы need to understand that. Вам нужно это понимать, вам нужно это знать. Amen. Аминь. Look, when the Lord was in the synagogue. Послушайте, когда Господь был в синагоге. And he healed that man with a withered arm. И когда он исцелил человека сухой рукой. What did they do then? Что они сделали? They wanted to kill him. Они хотели убить его. What did he do? А он что сделал? He left the synagogue. Он ушел из синагоги. And the people left with him. И народ ушел вместе с ним. And he healed them all outside. И там на улице он исцелил их всех.
Why did he heal him outside? Почему исцелил их там? Because he could not heal him inside. Потому что внутри синагоги он не мог их исцелить. They challenged him on the inside. Потому что там внутри они постоянно бросали ему вызов. Listen, if they challenge you on the inside, внутри постоянно претендуют на что-то. Go heal the sick outside. Иди исцеляй людей там на улице. If they fight you inside, take them outside. Если они воюют с собой, с тобой внутри, исцеляй людей на улице. Hallelujah. Hallelujah. Challenge is a killer. Когда этот вызов, он убивает тебя. The anointing must be siphoned. Помазание нужно вытянуть. It cannot be siphoned with challenge. Его можно, его нельзя вытянуть вызов. And be careful who is around you. И поэтому будь внимателен с тем, кто рядом с тобой. I'm going to say something. Я вам скажу что-то. I may get in trouble. Может быть, у меня будут проблемы. I don't care. А мне все равно. The deadliest people. Самые убийственные люди. Are bodyguards. Это телохранители. Those bodyguards. Эти телохранители. They don't know a thing about the anointing. Они никакого понятия не имеют о помазании. All they want to do is stand there like blocks. Все, что они хотят делать, так стоять там как кирпичи. And they stare. И они так. You don't need them to protect your body. И они так пялятся на тебя. Не нужно, чтобы они защищали твое тело. All you need is people who know how to protect the anointing. Нужны тебе нужны люди, которые защищают помазание. It's not your body. Это не твое тело. Nobody can touch you when you're anointed. Когда ты помазан, никто к тебе не может прикоснуться. You need the anointing to be protected. Тебе нужно, чтобы твое помазание было защищено. A lot of those bodyguards. Многие из этих телохранителей. Are not spiritual people. Они совсем не духовные люди. Ask me. Спросите у меня. I've had my share of them. Мне есть о чем рассказать. They're all devils. Это все дьяволы. You make sure they are full of the Holy Ghost. Позаботься, чтобы они были наполнены Духом Святым. You make sure they love the Lord. Позаботься, чтобы они любили Господа. You make sure they are tongue-talking people. Позаботься, чтобы они все говорили на языках. Who pray for you? Которые молятся за тебя. Not wanting to protect you from some sweet old ladies. Не те, которые хотят тебя защитить от какой-то милой бабушки. They all think they're James Bond. Они все думают, что они Джеймс Бонды. They kill the anointing. Они убивают помазание. How many know I'm right? Put your hands up. Кто из вас знает, что я прав? Поднимите руки. Okay, we need people to security, make sure there's no crazy stuff. I understand да, that. Я согласен. Нужны люди, которые позаботятся о безопасности, чтобы you все было хорошо. You don't need them to protect you. Но не нужно заставлять их защищать they тебя. They need to protect the anointing они of God. Они должны защищать помазание Божье. Let me hear amen. Позвольте мне услышать аминь. Because they can resist you. Потому что они могут оказывать тебе сопротивление. And they can block the flow. И они могут блокировать движение. You need freedom to minister. Тебе нужна свобода, чтобы служить. And that anointing must be siphoned. И это помазание нужно вытягивать. It cannot be siphoned if it's challenged. И если это вызов тебе. Resisted. Если это сопротивление. Or pollution around it. Если это какое-то загрязнение рядом, то невозможно вытянуть Now помазание. Now listen to me. Послушайте меня. When you worship, когда ты поклоняешься, there comes a moment in that worship where Jesus becomes real. Наступает такой момент в этом поклонении, когда Иисус становится реальным. Where the tangible presence of the Lord is so rich. Когда есть осязаемое присутствие Господа, настолько насыщенное. And you tap into the power. И ты подключаешься к этой силе. Habakkuk chapter 3 tells me about the power. Книга пророка Аввакума, 3 глава, говорит нам о силе. There was the hiding of his power. Это хранилище силы его. And when you worship, и когда ты поклоняешься, you simply surrender. Ты просто подчиняешься. You cannot surrender to air. Ты не можешь подчиниться воздуху. You surrender to a person. Ты подчиняешься личности. How do I surrender? Как я подчиняюсь? That's the simplest thing for me. Для меня это самое простое. And the hardest thing to talk about. И это самое трудное, чтобы это объяснить. A preacher asked me one day. Однажды проповедник спросил меня. Show me how to surrender. Покажи мне, как подчиниться. Lay hands on me and impart that. Возложи руки на меня и передай мне это. I said I can't impart that. Я ему говорю, я не могу это передать. I cannot teach you that. Я не могу тебя этому научить. When you came tonight. Когда ты пришел сегодня.
Did you check the legs of the chair you sit on? Ты проверял ножки стула, на котором сидишь? No. Нет. Did you check the screws? Ты проверял шурупчики? To make sure they're in right? Чтобы увидеть, что они правильные? No. Нет. What did you do? Что ты сделал? You just simply. Ты просто. You just simply did this. Ты просто сделал так. And that's all I do. И это все, что я делаю. I simply surrender. Я просто подчиняюсь. I don't check it out. Я ничего не проверяю. I simply do this. Я просто делаю так. And he anoints me. И это помазывает меня. I surrender to the Lord. Я подчиняюсь Господу. I don't question this and question that. Я не сомневаюсь в этом, не задаю вопросы об этом. You know why some people cannot be used? Знаете, почему некоторые люди не могут быть использованы Богом? You know why God cannot use some people? Знаете, почему Бог не может использовать некоторых людей? They are too educated. Они слишком образованы. God cannot use people who are so stiff. Бог не может использовать людей таких негибких. So full of themselves. Таких полных самим собой. You must be pliable. Ты должен быть мягким, должен быть податливым. You cannot surrender to the Lord if you're not pliable. Если ты не податливый, то ты не можешь подчиниться Господу. As a child, surrender. Как ребенок подчиняется. How many understand what I'm talking about? Put your hands up high. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Высоко поднимите руки. Catherine Kuhlman used to always say. Катрин Кульман всегда говорила. I'm so glad I'm stupid. Я так рада, что я глупая. I'm so glad I'm stupid enough to believe the Bible. Я так рада, что я настолько глупая, чтобы верить Библии. I'm glad I'm stupid. Я рада, что я глупая. You know what I want? Знаете, чего я хочу? To stay stupid. Оставаться глупым. God would use me. Бог будет использовать меня. Just surrender. Просто подчинись. It's not education. Это не образование. It's simplicity. Это простота. It's surrender. Это подчинение. That's all. И все. That's all it is, really. Это на самом-то деле и все. When I began preaching, when I began to minister, когда я начал проповедовать, начал служить, a group of pastors came and said, you know, you need to go to Bible school. Группа пасторов пришла ко мне и говорят, знаешь, тебе нужно пойти в библейскую школу. You need to really get some good education in you, Benny. Тебе нужно получить, пастор Бенни, хорошее образование. A man of God came to see me. Человек Божий пришел встретиться со мной. The head of the Assemblies of God in Canada. Руководитель Ассамблей Божьей в Канаде. I'll never forget that precious man. Я никогда не забуду этого драгоценного брата. He came and had lunch with me. Он приехал ко мне, мы обедали вместе. Bob Taittinger was his name. Bob Taittinger, его имя. Precious man of God. Драгоценный человек Божий. He said, "I see those preachers have talked to you." Он говорил, я знаю, что эти проповедники разговаривали с тобой. I see those preachers have convinced you. Что они убеждали тебя? To go to Bible school. Идти в библейскую школу. Benny. Benny. Don't do it. Не делай этого. You already have the anointing. У тебя уже есть помазание. Don't let them mess you up. Не позволь им у тебя все испортить. You already got the anointing. Ты уже имеешь помазание. Don't let those people mess you up. Не позволяй этим людям тебя испортить. I know more about the Bible today than any Bible school can teach me. Сейчас я знаю Библии больше, чем любая библейская школа может научить. My professor is the Holy Ghost. Мой профессор это Дух Святой. I've received doctorate after doctorate after doctorate after doctorate after 5 doctorates so far. Я уже 5 докторских степеней получил. But I don't want nobody calling me a doctor. Но я не хочу, чтобы кто-то доктором меня называл. You call me a doctor, I'll slap you. Назовешь меня доктором, я тебя ударю. I'm just Benny. Я просто Бенни. That's it. И все. I don't care about titles. Мне не волнуют титулы. I think those preachers with little churches who call themselves apostles, that's a joke. Я думаю, что эти пастора, у которых маленькие церкви, они себя апостолами называют, это просто какое-то издевательство. I am apostle so and so. Я апостол такой-то, такой-то. And I think to myself, who made you an apostle? А я думаю, кто тебя апостолом поставил? You got a little church of 200 people and you're already an apostle. У тебя в церкви 200 человек, и ты себя апостолом назвал, так это издевательство просто. It's not about self-promotion.
Дело не в самопродвижении. It's about divine promotion. Дело в божественном продвижении. When the Lord anoints your life, that's all you need. Когда Господь помазывает твою жизнь, это все, что тебе нужно. Are you ready to receive the anointing today? Вы готовы сегодня принять помазание? Lift your hands and shout hallelujah. Поднимите руки и закричите hallelujah. Stand up and lift your hands there. Come on. Встаньте и поднимите руки. Stand up and lift your hands there. Встаньте и поднимите руки. That flows from deep within. There is a mighty fountain that frees the soul from sin. Come to the waters. There is a vast supply. Sound from heaven like a mighty rushing wind. It filled our hearts with singing, gave them peace within. The Spirit gave the promise, His power will descend. He promised from your inner being will flow a river with no end. There is a river, it flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Come to the waters, there is a vast supply. Never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting in my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and make me whole.